Вы уже видите кадры того, как в Крыму сегодня укрепляют здоровье. В Керчи прошла самая массовая утренняя пробежка. В ней участвовали 1500 человек. Участие в ней принял даже глава города Сергей Писарев. И все это только часть ежегодного спортивного праздника, который проводит патриотический клуб «Слава». Помимо забега в программе показательные выступления спортсменов. Освоить несколько приемов самбо, греко-римской борьбы или бокса сегодня могут все участники праздника в Керчи.